В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте. В Самаре начали готовиться к оттепели, ведь после аномальных морозов синоптики прогнозируют потепление и осадки. Одна из главных задач коммунальщиков – очистка скатных кровель, чтобы предотвратить сход снега и наледи. Кроме того, внимание уделяют очистке дорог, дворов, придомовых и внутриквартальных территорий. За работой коммунальных служб следят местные власти. За всю зиму было составлено 300 протоколов. А в госжилинспекцию и прокуратуру направлено более 400 материалов в отношении недобросовестных управляющих компаний. В Самарской области снижается уровень заболеваемости сезонными недугами. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. За основу взята прошедшая неделя. Эпидпорог остается превышен только среди подростков и взрослых на 40%. Заболеваемость гриппом и вирусными инфекциями в целом снизились на 13,4%. Однако растет количество людей, заразившихся коронавирусом. Их стало почти на 42% больше, чем недели ранее. По данным лабораторного исследования, наши земляки чаще всего болеют гриппом А, H3N2, парагриппом, аденовирусами, риновирусами, сезонными коронавирусами и COVID-19. В Самарской области 16-летний подросток ударил сверстника ножом. В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Парни поссорились на статью. Правоохранители получили информацию из больницы об обращении 16-летнего подростка с ножевым ранением. Полицейские восстановили ход событий. Подросток гулял со своими знакомыми по городу, и у них разгорелся конфликт со сверстником. Один из ребят достал из кармана нож и ударил парня в предплечье, причинив легкий вред здоровью. Виновника доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. В Самаре пожилой мужчина отдал последние деньги мошенникам. 85-летнему жителю города Сызрань поступил телефонный звонок. Девушка представилась его родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП. И для того, чтобы правоохранители не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму. Внучка сообщила пенсионеру, что к нему приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Пенсионер поверил звонивший, напомнил внучке свой адрес, и через некоторое время к нему в квартиру приехал незнакомец, которому мужчина передал 100 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело. И в продолжение темы. Авария с пострадавшим в Самаре. В Тольятти автомобиль сбил 12-летнего ребенка. ДТП в Борском районе. И в Тольятти рецидивистка похитила из магазина алкоголь. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. Авария с пострадавшим в Самаре. 43-летний водитель Рено Сандера на регулируемом перекрестке на улице Среднесадовая напротив дома номер 53, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу другому автомобилю. В результате столкнулся с «Opel Tigra» под управлением водителя 1991 года рождения, двигавшегося во встречном направлении. Водителю транспортного средства «Opel Tigra» рекомендовано амбулаторное лечение. В Тольятти автомобиль сбил 12-летнего ребенка. Водитель на «Лада Приора» двигался по улице Матросова. В пути следования на регулируемом перекрестке улиц Матросова и улицы Лизы Чайкиной допустил наезд на 12-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал пешеходного светофора. Ребенок госпитализирован. ДТП в Борском районе. Водитель на «Лада Веста» двигался по улице Победы со стороны улицы Промышленная в сторону улицы Полоусная, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. По инерции отечественный автомобиль допустил столкновение с автомобилем «Дацун». Водителю и 26-летней женщине-пассажиру транспортного средства «Лада Веста» рекомендовано амбулаторное лечение. В Тольятти рецидивистка похитила из магазина алкоголь. В начале января 2024 года в отдел полиции по Комсомольскому району обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию. Причиненный ущерб составил более 15 тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и документацию. Также были обнаружены следы пальцев рук, пригодные для идентификации.
При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения 23-летней женщины, ранее судимой за имущественные преступления. Как установили сотрудники полиции, задержанная, взломав входную дверь, проникла внутрь магазина и похитила алкоголь, который продала случайным прохожим, а денежные средства потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. О космосе и не только. Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин встретился с самарской молодежью. Его суммарный налет составляет 672 дня, а в открытый космос он совершил 9 выходов. Встреча прошла со студентами Самарского политеха и участниками регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. Федор Николаевич ответил на вопросы ребят, касающиеся космонавтики и экологии. Герой России отметил, что огромное значение имеет и окружающая его среда. Федор Юрчихин рассказал и о деятельности Всероссийского общества охраны природы, которое в ноябре этого года будет отмечать столетие. Вы знаете, когда говорят, что в нашей стране все плохо, все не так, все не туда мы идем, я могу честно вам сказать, я часто встречаюсь, очень часто, я объездил от Владивостока до Калининграда, это точно, во многих городах я был. У нас есть замечательная молодежь, это наше будущее. Может быть, она не такая, как нам хотелось бы быть. Но знаете, легенда гласит, что самый древний египетский манускрипт, который человечеству удалось расшифровать, там было написано, куда, что за молодежь ныне пошла, куда катится человечество. В городе Самаре замечательная молодежь. И сегодня я в этом убедился. Обидно, что, к сожалению, в силу обстоятельств у меня было очень мало времени, но и активность, и вопросы, которые они задавали, не в бровь, а в глаз, это большого стоит. Крылья Советов готовы к возобновлению чемпионата российской премьер-лиги. Напомню, в следующем после перерыва туре волжане сыграют с командой Ростов. Для самарцев это противостояние пройдет в гостях. Коллективы встретятся на поле 1 марта, начало в 20:00 по самарскому времени. Также стоит напомнить, что подопечные Игоря Осенькина провели 3 зарубежных сбора. Крылья Советов тренировались на Черноморском побережье. В солнечной Турции наша команда провела всего 8 контрольных матчей на зимних сборах. На первом крылья сыграли 2 матча. Контрольная игра с македонским клубом «Гостивар» завершилась победой самарской команды со счетом 3-1. Матч с «Радничками» 19-23 завершился ничейным результатом 1-1. На втором сборе волжане сыграли 3 контрольных матча. Крылья в контрольном матче с «Аланией» одержали победу со счетом 3-1. Самарцы провели второй контрольный матч на сборе, соперником в котором стал клуб из Узбекистана «Сурхан». Сбор завершили разгромной победой над астраханским «Волгарем» 4-1. На заключительном сборе крылья провели 2 матча с «Динамо» и 1 с «Химками». Первый матч из 2 с «Динамо» завершился в ничью 1-1. Второй матч крылья проиграли 1-5. В Самарской области в последний день зимы ожидается мороз и гололедица. Такой прогноз делают специалисты Приволжского ГМС. Ночь на четверг 29 февраля в регионе будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха -12, -17 градусов. Местами до -23. На дорогах местами гололедица. Днем также малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха -3, -8 градусов. На дорогах местами гололедица. Это были все новости на сегодня. Далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале. Вы видите на экране QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.